Уступи дорогу спецтранспорту. Життєво важную акцию зараз проводять супрацовники ДАІ. Дійсність екстрених службов МНС, медицинской допомоги и милиции завсёди залежить от худкостного прибытия до места здарення. У рятувальників МНС, наприклад, для локалізації узгарання на рахунку кожна секунда. Люба перешкода на дорозі у екстрених службах може оказатися фатальною. Акцію організували у метах умацування транспортної дисципліни, щоб нагадати водителям, що необхідно заступати дорогу спецтранспорту з уключеними проблісковими маячками. Водителі транспортних средств, которые увидели, что попутно, либо навстречу им двигается транспортное средство оперативного движения с включенным маячком синего либо красно-синего цвета, обязаны уступить дорогу и остановиться у правой по ходу их движения обочине. Также хочется напомнить, что в соответствии с правилами дорожного движения ответственность за данное правонарушение предусмотрена по статье 18.13 часть 10 и предусматривает штраф от 2 до 10 базовых величин с возможностью лишения водительского удостоверения до 1 года или без лишения. Граждане должны быть более внимательны и бдительны. Если они увидели машину с проблесковыми маячками синего цвета, то им необходимо уступить дорогу, ведь кому-то в это время может понадобиться помощь, и спасателям нужно прибыть в кратчайшее время, чтобы сделать все необходимое для сохранения жизни и имущества наших граждан. Акция одразу ж себе оправдала. Усяго за несколько хвилин рейду спецслужбов было выявлено 6 порушальников. У отношениях до их начался административный процесс.